Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в ефірі ми обговорюємо питання повернення до зменшених норм споживання газу, ситуація в житлово-комунальному господарстві і утримання житлових будинків. В нашій студії працює правозахисник Олександр Соколов. Пане Олександре, я вас вітаю. Отже, давайте пригадаємо 30 січня. Уряд скасував, уряд повернув своїм рішенням старі норми споживання газу на рівні 3,29% на одну людину. І цим, власне, скасували оте страшне підвищення в три рази, яке людей просто, я не знаю, до шоку доводило. Все-таки от глава уряду прокоментував це повернення до менших норм, так, щоб люди платили згідно з справедливим обсягом, а не завищеним. Отже, спочатку Верховний суд повертає старі норми, тепер так легко, але не так швидко уряд робить таке рішення. От скажіть, будь ласка, як можна прокоментувати взагалі цю ситуацію і чи можна це розцінювати як перемогу? Чи, да. І над ким? І чи дійсно ці норми будуть перераховані? І чи не повернемось ми знову до такої ж самої чехарди знову? Если кратко характеризовать то, что произошло, то это выглядит следующим образом. Перед выборами сейчас нам хотят дать 5 гривен, чтобы после парламентских выборов примерно забрать 10. Вот примерно это то, что произошло. Но уже есть информация, что будет новое подвищение цены на газ, так? Ну, это само собой. Я просто сейчас расскажу технически, как это будет выглядеть. И почему это постановление, которое, с одной стороны, действительно хорошее для людей, но оно является незаконным. Потому что снова нарушена правительством Гройсмана, на мой взгляд, процедура его принятия. Сейчас я объясню, почему. Действительно, 9 августа 2018 года Кабмин проиграл газовикам в суде по поводу норм потребления газа на уровне 3,3 куба на человека. Почему Кабмин проиграл? Потому что правительство Яценюка еще в 2016 году просто нарушило процедуру принятия этого постановления. Формальное основание. Вовремя не опубликовали, не собрали предложения и возражения по поводу этого постановления. И все это по закону является уже незаконным. В результате того, что они нарушили процедуру, газовики считают, что за период с 2016 года по август 2018 года, когда был проигран суд, им были причинены убытки в размере 10 миллиардов гривен. Вопрос, кто будет возмещать эти убытки? Безусловно, положили на население. Да, безусловно, рано или поздно эти убытки будут возлагаться на население, точнее на бюджет. Ну, мы все понимаем, что этот бюджет формируем мы с вами в виде налогов. То есть можно сказать, что мы будем с собственного кармана рано или поздно платить эти 10 миллиардов. Следующий момент. Что мешало правительству Гройсмана, зная, что они уже в августе проиграли суд, в августе провести заседание Кабмина и утвердить те нормы, которые они приняли 30 января. Ничего не мешало. Уже на тот момент они, в принципе, совершили всю необходимую процедуру для принятия законного постановления. И снова была возможность установить 3,3. Но они этого не сделали. И люди платили по новым нормам, завышенным по 9,8 кубов на человека, в течение августа, сентября, октября, ноября, декабря и января. Деньги заплачены? Заплачены. Это огромные суммы. Огромные суммы. Кто-нибудь будет людям возмещать сейчас, возвращать, перерасчет делать? С большой долей вероятности я вам заявляю, что скорее всего нет. Потому что газовики на это не пойдут. Потому что, почему? Потому что 30 января они принимают правительство Гройсмана постановление, по которому пишут установить норму 3,29 со вчерашнего, условно говоря, числа, то есть с 9 августа 2018 года, то есть с того момента, как они проиграли суд. Но согласно нашей Конституции и вообще всей их основ юриспруденции, невозможно нормативным актом, законом, который принимается 30 января, ввести его в действие задним числом. То есть это уже априори незаконно, и газовики, безусловно, воспользуются этим шансом и отменят его в суде. Конечно, эта отмена будет уже после парламентских выборов. А сейчас различные нардепы от действующей власти, министры, чиновники выходят и пиарятся, и рассказывают «перемога». Ну, опять же, когда отменят это постановление после парламентских выборов, вот этот период времени с 30 января по день принятия будущего решения судом
газовики будут тоже считать убытками и тоже возложат на нас, и мы будем платить за счет своих собственных средств. Вот, и вот таким образом из-за незаконных, ну, глупых таких решений правительства, хотя они могли это все провести и сделать законно, да, но они этого не делают почему-то. Рано или поздно мы с вами заплатим этим газовикам-монополистам деньги. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что есть некий сговор, скорее всего, между министрами этими, чиновниками и рядом монополистов газовиками. Ну, власне, дійсно, в таких масштабах все це відбулося, що самі газовики без чиєї згоди, да, мовчазної, не могли б цього зробити. Да, і ще, як варіант, чому це відбувається. В даному ситуації, в принципі, правительство в будь-якому випадку з газовиками в плюсах. От смотрите, уже в сентябре цього року наступають обов'язання України по погашенню міжнародних боргів. И уже мы должны в сентябре этого года будем заплатить 1,7 миллиарда гривен, точнее долларов, 1,7 миллиарда долларов. Вот то, что мы заплатили газовикам, они же с этих сумм заплатили налог в бюджет. И за счет этого налога и будут покрываться вот эти все дыры. Потому что все мы понимаем, состояние нашей экономики, уже правительство не знает, где брать. Вот таким хитрым способом, и прикрываясь еще цинично перемогой, они вытягивают из наших карманов деньги и решают свои собственные вопросы. Ну, якщо ми говоримо про сферу житлово-комунального господарства, то от, я пригадую, що всі 27 років ми говоримо про те, що треба її реформувати і що треба піднімати тарифи і таким чином галузь витягувати з цього дна, в якому вона є, да, з пострадянського. Але от, ну, спостереження, мабуть, і мої, і ваші, і сотень людей, які подивляться сьогодні ефір, що тарифи ростуть, а ситуація в житлово-комунальній сфері не змінюється, а навіть, мені здається, погіршується. От, що можете сказати ви от, по цій темі? Ну, самая, наверное, больная тема, кроме тарифов, это еще обслуживание жилья, потому что вот к нам, в частности, постоянно приходят люди, жалуются и на состояние крыши, и на состояние сетей в домах, и возникает вопрос, кто это должен, скажем так, ремонтировать, и почему власть не обращает внимания на эти проблемы. Все очень просто. Ну, не нужно быть наивными, нужно смотреть правде в глаза. Где учатся на сегодняшний день дети министров, чиновников? В Великобритании, в Штатах. Где они покупают все виллы на побережье Франции? Вопрос. Хотят ли они продолжать жить в Украине вот под тем действием, которое они совершают? Скорее всего, нет. Они рассматривают на сегодняшний день Украину как территорию для заработка здесь и сейчас. Они не думают о завтрашнем дне. Они не думают, как будет там этот дом стоять через лет 10. Им самое главное, что будет сегодня. И что это сегодня для них там заработает какое определенное количество денег. Все, больше их ничего не волнует. Поэтому темы такие, как обслуживание жилья, все политики, вы же заметите, не тему поднимают. Это входит. Готовы обсуждать языковую проблему, религию, там, что угодно. Даже больше охотнее экономику будут обсуждать, чем обслуживание жилья, коммуналка. Потому что это своего рода болото, знаете. Потому что никто из на сегодняшний день министров и политиков не готов предложить свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Ну, как вариант, нам, здається, минулого року, влітку, я пригадую, ми мали обрати замість ЖЕКів управителю багатоквартирних будинків. Хто не обере, тому там мала міська влада їх призначити. Що б це поміняло і чи поміняло? Ну, взагалі, от, щось відбулося у цій зміні? Должно, звісно, було все змінитися в пользу жильців дома. Але при одному слові. Якщо жильці дома розуміють і знають закони, так как меняется... Ну, безграмотность у нас тотально, это точно. Да, а так ЖЭКи и власть пользуются тем, что люди этого не знают. Им приносят некий уже готовый вариант договора. Как правило, люди его не читают, подписывают и ждут с моря погоды, что вот когда же нам отремонтируют. Более того, часто задают вопрос, а почему ЖЭК не хочет капитально отремонтировать крышу? Это одно из самых главных заблуждений. Почему? Потому что люди до сих пор не знают, а что же закладывается нам в тариф.
Давайте сегодня расскажем, еще в тарифе находится. А то, что закладывается в тариф, то это, допустим, уборка придомовой территории, технических этажей, крыши, ремонт детских площадок, уборка снега, техническое обслуживание и текущий ремонт коммуникаций в доме, электрика, вода, канализация, тепло, дератизация, дезинсекция. Что еще там? Я думаю, багато людей навіть не знають цих термінів. Що це, що за ними там, що це має бути? Ну да, обслуживание вентиляционных каналов. В общем, очень много, знаете, таких виртуальных услуг, которые нужно еще как-то отслеживать. Я уверен, что у большинства ЖЭКов документально все оформлено правильно, что они все вовремя проводят, в том числе и обслуживание дымовых каналов и вентиляционных. А кто-нибудь из жильцов дома проконтролировал, было ли вообще фактически это обслуживание, и в чем оно заключалось? Ну, то знаєте, я свій приклад приведу. Я живу в 14-поверховому будинку, і кілька років тому це ще було суми житло, нам відремонтували дах, але тільки після того, як ми половину цієї суми на ремонт зібрали самі жителі. І потім мені довелось піти на той дах відремонтований, і я побачила ту якість робіт, це було такі латки, знаєте, не було там капітального ремонту. Вот, а якраз я і забув це упомянути. То есть люди рассчитывают, что ЖЭК должен капитально отремонтировать, а в структуру тарифа заложено текущий ремонт, не капитальный. То есть как раз текущий ремонт и подразумевает под собой вот эти латки, а капитальный ремонт уже полностью ремонт всей крыши. То есть вот и повторюсь, ЖЭКи должны заниматься, согласно утвержденного тарифа, только текущим ремонтом. А як же тоді утримувати житло, як же все-таки добитись капітального ремонту? За які кошти і від кого? Ну, давайте я даже еще остановлюсь. Все-таки мене більше інтересує, куди хоча б діваються ті деньги, які платяться ЖЭКам. Потому что даже текущий ремонт, зачем вот этот текущий ремонт проводится? Для того, чтобы предупредить преждевременный износ сетей и конструкции зданий. То есть если проводится вовремя текущий ремонт, то здание не так быстро стареет, не так быстро разрушается. А если текущий ремонт не делается, то, соответственно, и срок службы этого здания в разы уменьшается. Недавно прикинул, сколько же мы примерно платим ЖЭКам в год. 1400 домов. Средняя площадь каждого возьмем 4000 квадратных метров. Это 5,6 миллиона квадратных метров жилой фонд составляет в городе Сумы. Да? Умножим на средний тариф, к примеру, там 2 гривны 80 копеек за квадрат. Ну, это получается там где-то 190 миллионов гривен в год. Отнимем, к примеру, процент неплательщиков, там порядка 57 миллионов, это 30% возьмем, да? Получается 133 миллиона мы перечисляем ЖЭКам в год, и где деваются эти деньги. А теперь давайте вернемся чуть-чуть назад в историю. Когда прошел Майдан, власть сразу начала заниматься вопросом обслуживания жилья и рассказывать людям, что вот этот мега-ЖЭК Сумы жилье – это жилье, которое нужно выкинуть с рынка и завести на рынок частные ЖЭКи для конкуренции. На самом деле, если вот так объективно смотреть, то что Сумы жилье, что вот эти частные ЖЭКи, если ставить задачей качественное обслуживание, а не сказочное обогащение, то и Сумы жилье справлялось с этой задачей. Достаточно было просто поменять директора, если тот директор предыдущий не справлялся со своими обязанностями. Но случился передел рынка, зашли эти частные структуры, а качество услуг не поменялось. То есть вот и куда эти деньги деваются уже на протяжении 4 лет. То есть если в год там 100-130 миллионов мы перечисляем, то за 4 года уже почти полмиллиарда сумчане перечислили. А состояние жилого фонда как было ужасающее, так и осталось.
Ці приватні фірми, вони ж мали заходити для обслуговування житла на умовах конкурсу. Да. І мали б надати такий перелік, да, от матеріальних якихось там засобів, ну, тобто потенціалу, на умовах якого вони могли якісно обслуговувати. Да. Тобто міська влада закрила очі на те, що в них немає цих можливостей, і просто вони зайшли от на яких умовах? Просто так. Просто так, от они чем-то, вот я сам удивляюсь, для меня, когда я читаю закон, написано исключительно на условиях конкурса должны заводиться фирмы, а конкурс не проводится, ну тогда делается вывод, что просто так, наверное, из-за того, что эти фирмы чем-то присмотрелись. Вот, к примеру, такая есть, такой ЖЭК-управитель Комэнергосумы. Кто его контролировал? Депутат, входящий в депутатскую фракцию за Украину. Кто агитировал на предыдущих местных выборах голосовать за эту партию в горсовет? Нардеп Медуница. Значит, он тоже как-то завязан в этой всей схеме, если его это не интересует, по сути. Почему у нас выбирают ЖЭКов не по конкурсу, а вот просто пальцем в небо? Ну да, и не реагуют на то, что, власне, немає эффекта. Да, никто никак пока не отреагировал, никто нигде не выступает, все молчат. Ну, тобто ні суми житло, ні ЖЕКи-управителі, ні приватні структури, ніхто з цим завданням не справляється, і ми сьогодні заручники ситуації, так? Взагалі-то... Отчасти заложники, но если люди вникнут в суть, а мы постараемся на последующих передачах рассказать, что нужно для этого сделать, чтобы все-таки восстановить эту справедливость и заставить эти ЖЭКи работать, то с большой долей вероятности, я думаю, произойдут революционные такие изменения на рынке обслуживания жилья. Потому что вот, возвращаясь по поводу капитального ремонта домов, на сегодняшний день есть некая коллизия, как всегда в нашем законодательстве, потому что этот вопрос регулируется сразу несколькими нормативными актами. К примеру, по закону Украины об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме, там написано, что обязанность совладельцев дома, то есть всех жильцов дома, содержать свое имущество за свои собственные средства. Но есть еще один закон, более старый, там 92 года, по-моему, о приватизации государственного жилого фонда, где говорится, что и люди, а точнее структуры, которые владели домом до его приватизации, обязаны принимать участие в капитальном ремонте этого дома. Ну а как мы понимаем, предыдущим собственником жилого фонда было государство. То есть государство обязано по этому закону тоже принимать участие и выделять деньги и предусматривать в бюджете. Но как происходит у нас на сегодняшний день? Снова-таки, непрозрачно, непонятно, по каким критериям власть определяет, что этому дому в этом году положен ремонт капитальный, чего-то там, да, а этому дому нет. Хотя построено в одно время, да? Да. Одним говорят, это ваша обязанность жильцов дома содержать все за свой счет, а другим деньги выделяют. И, как правило, выделяют деньги тем депутатам, ну, которые там лояльны к власти. Что тоже неправильно. Почему люди должны быть заложниками, кто в какой партии состоит и кто... Ну, до речі, сумчани це розуміють і от доводиться чути, що от на тому окрузі працює такий депутат і там є все, а от на нашому окрузі нічого не відбувається, тому що от цей депутат, ну, скажімо так, в опозиції до влади. От є такі, власне, відгуки, їх доволі таки багато, але все-таки комплексного такого цільового, продуманого підходу, там, я не говорю навіть програми, тобто утримання нашого житла немає, мабуть, ні в місті, ні на рівні держави. Да, такого от комплексного системного підходу, щоб всі люди розуміли, коли, який дом будуть ремонтувати, чому, по яким критеріям вибирають той чи інший об'єкт для капітального ремонту. Такого нет нигде. Ми це не прочитаємо, ми це не поймемо. Но надо сказати, що в конце ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон новой редакции о жилищно-коммунальных услугах. Ну, в целом, я не могу сказать, что это плохой закон, достаточно хороший, но нужно им уметь пользоваться, нужно людям понимать, какие у них есть права и обязанности. Вот, чтобы далеко не ходить, я взял
тот договор, который сейчас подсовывают некоторые ЖЭКи, пытаясь стать управителями по этому закону, и тот типовой договор, который разработал Кабинет министров. Вот это практически два разных документа. Почему? Потому что там, где пункты предусматривают ответственность управителей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, они повычеркивали. Допустим, за некачественный там текущий ремонт или предоставление услуги по обслуживанию жилья ЖЭК обязан, ну, управитель, заплатить людям штраф в размере такой-то суммы. Управитель берет в договоре этот пункт и исключает. Тобто уже априори немає жодної відповідальності, да, за жодну бездіяльність. Да, именно так. И люди ходят сейчас этим управителям, пытаются что-то с них потребовать, те им что-то обещают, как это водится, но ничего не делается. Это получается замкнутый круг. Этот замкнутый круг, нужно говорить честно, не только из-за вины власти, а из-за пассивности людей, которые не хотят тоже вникать в эти законы, не хотят разбираться, не хотят понимать, какие у них есть права и обязанности у тех же самых ЖЭКов. И все, вот им навязали этот договор. Большинство же людей даже не читало этот договор. А можна, от, ну я не знаю, наскільки це діє, протокол розбіжностей, да? Якщо людина щось таке хоче, да, змінити, і от протокол розбіжностей, він якось, ну, має право на життя, будуть на нього реагувати? Да, согласно от этого нового закону о жилищно-коммунальных услугах, тепер люди і этот так называемый управитель самі між собою договариваються, який тариф по їх дому буде. Тобто вже навіть не власть встановлює тариф, а люди – и с этим управителем. А учитывая, что многие люди сидят дома и не выходят на собрания общедомовые, соответственно, они даже не знают, как этот тариф принимался и что он в себя включает. А потом получают квитанции. Ну, и отримают по факту, да. Да, и уже они должны подчиниться этому решению. Но нужно сказать, что вот эти договора, которые сейчас подсовывают людям, они действуют всего лишь один год. И у людей есть ежегодное право за месяц уведомить управителя, если он ненадлежащий исполняет свои обязательства, и разорвать этот договор, и перейти к другому управителю, а может даже вообще не переходить, жить просто без ЖЭКа. Потому что, знаете, если платить вот так бездумно кому-то, чтобы тот обеспечил себе безбедную старость, так лучше вообще не платить. Ничего не поменяется. Что они там делают видимость работы, что не делают, как по мне, лучше вообще уже не платить. Ну или поменять ЖЭК. То есть это на сегодняшний день можно даже отметить в какой-то степени перспективный бизнес. То есть тот человек, который на примере одного дома покажет, как можно качественно обслуживать жилье, поверьте, я думаю, все дома к нему с удовольствием перейдут. То есть вот если кто-то думает, каким бизнесом на сегодняшний день заняться перспективным, вот я уже даю совет. То есть достаточно взять кому-то один дом, показать, как правильно расходовать средства, как улучшить состояние этого дома, все соседние дома, ну, 100% перейдут к нему на обслуживание. Але ОСББ також ми не можемо сказати, що сьогодні це ефективна така модель управління, так? Тому що, по-перше, люди неохоче йдуть в ці структури, знову ж таки, через те, що в поганому стані будинки. І вони просто не бачать перспективи, як це витягти, да, ну, ОСББ, і де знайти гроші. Да, ОСББ – це, по суті, теж яка як фірма, виходить, да, у якої є глава, который должен заниматься этими вопросами. Ну, скажите, будет ли человек с зарплатой, там, условно говоря, там, 2000 гривен, бегать по различным структурам, нанимать подрядчиков, отвечать за их работу и так далее, и так далее? Я думаю, таких людей немного. Вот. Поэтому, конечно, управители – это хорошая вещь, но пока что она вот в таком еще в состоянии малодееспособны, то есть нужно и людям поставить в рамки правильные этих управителей. Поверьте, как только вы им будете навязывать свои условия договора, что штраф вы хотите получать за ненадлежащее исполнение услуг, эти управители нерадивые, они сами уйдут от вас, потому что им не захочется с вами связываться, с такими умниками. Дякую за нашу розмову, за вашу небайдужість. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми обговорювали газову тему, ситуацію в житлово-комунальному господарстві і питання утримання житлових будинків у місті Суми. Ну, власне, не тільки в Сумах, а й в Україні. В нашій студії працював сумський правозахисник Олександр Соколов. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.